ASMR, и это продолжение ощущений в Индонезии. Кстати, это видео из Индонезии, прививки для которого снимаются тоже в Индонезии, то есть я догоняю и скоро буду выкладывать видео почти в режиме онлайн. А начинается это видео с прогулки по лесу обезьян. Проходя мимо, мы решили зайти в обезьяний лес. Это немножко сыкотно, потому что обезьянки немножко дикие животинки. Они могут на тебя прыгнуть и начать отбирать эти вещи, наверное. Но люди вроде спокойно ходят, никто с вкусной головой не бегает. Пойдем смотреть обезьян. Ну, обезьян пока что нету, зато есть очень крутой парк. И очень много людей. Обезьян номер раз. О, толпа обезьян. Ой-ой-ой, сколько их здесь. О! А вот они, где все обезьяны. А это, судя по всему, лекционная аудитория. Типичная картина студенты ХАИ на парах. От дождя мыкаются все. Потому что за бортом вот такая вот фигня. Мы тут это, хотели домой зайти, а дорога в низине. И выглядит это вот так. К счастью, вброд переходить это безобразие нам не пришлось, потому что охранники местного ресторана, отеля, не знаю, видели двух белых, которые стоят, смотрят, что же делать, и провели нас через территорию ресторана, через кухню на большую сухую землю. А вообще это здесь нормально, когда идет сильный дождь, часть улиц выглядит вот прям так, как вода. За относительно небольшие деньги в Убуде можно получить вот такой шикарный номер с кондиционером, душем, вот такими милыми светильничками, очень клевым балконом и очень клевыми завтраками. Ну и очень-очень неплохим видом. Мне уже очень нравится Индонезия. А вот так начинается знаменитая тропа художников, на которой, в том числе на которой снимался фильм «Ешь, молись, люби», если я все правильно понял. Да. Тропа должна идти вверх, пока что она идет вниз, но все равно это очень красиво. Тут какая-то река течет. А вот они, знаменитые индонезийские рисовые террасы. Здесь собирают рис, из которого здесь готовят все. Потому что здесь, в Индонезии, 100-500 блюд из риса. Жареного риса, пареного риса, вареного риса. И поля, где брашут этот самый рис. Оказалось, что дорога через рисовую террасу, тропа художника, она длиной всего лишь километр, может, километр с копейками. Но выглядит это все очень неплохо, особенно если здесь людей было поменьше. Но поменьше людей нужно приезжать либо рано утром, либо очень рано утром. Наш железный конь сегодня вот такой вот Honda Vario. Он очень клевый и не так страшен, пока что нужно полезный график, как про него. Пишет, это будет сложнее, чем года. Посмотрим, как оно будет дальше. Тут стоит сказать пару слов о местных правилах дорожного движения. Реально пару слов. Их нет. Ну, то есть,
местные ездят как шива на душу положат, и ты можешь ехать по построенной дороге, грубо делаем по правилам. При этом навстречу может нестись местный джигит, которого обгоняет другой местный джигит. Все это под горку или на горку с покерфейсами. В общем, весело здесь ездить. Сейчас мы приехали, продав сквозь очередной сезонный дождь, на фабрику Лювак кофе. Это кофе, которое ждут местные лемуры, переваривают, потом из этого делают кофе. Здесь вначале выдают приветственные напитки, разные чаи и разные кофе. Это совершенно бесплатно. Сейчас нам принесут тот самый переваренный кофе, но пока угостимся вот этим вот. На сегодня все. В следующем видео снова Индонезия. Вау, будет больше фольга, будут местные храмы и местные ритуалы, про которые я вновь говорил. А пока что я пойду, что делать правильно, ходить по бре.